Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon с версией 3.0.2. И эти райквазы, я сейчас уже сдурею с этих райкваз... Сдуреть можно, честное слово, вот. Пять раз, уже пять штук, ну, бесит. Я понимаю, что это легендарные покемоны, да, там, но сам факт, что они спавнятся вот такими кучами... Да пусть, пускай спавнится, мне как-то по барабану. Ну, по барабану нет, ну пускай спавнится, ладно. Но то, что каждый раз в чат пишет, и то, что сам факт, что столько легендарных, это сдуреть можно. Ладно. Пускай там спавнятся. Как видите, на заднем плане я там уже начал строить себе магазин, да? Такой не очень большой он будет, такой обычненький. Тут забегаешь, тут будут один, тут будет один продавец, тут будет второй продавец, тут, наверное, еще один будет по центру, и может тут еще, и тут еще, если найдется ресурсов, которые можно продавать. Сейчас, ребят, так, я уже набил себе немножко ресурсов. Ребята, убил я еще одного покемона-босса Мэджикарпы, выпал мне еще один мастербол. Действительно, ребят, я не помню, какой он был, или зеленый. Вроде все-таки зеленый или синий. Ух, райквазы. Или зеленый, или синий, да. И поэтому выпал, действительно, выпал еще один мастербол. Я не читерю, да, в принципе, не читерю я действительно. Выпал еще один мастербол. И отлично. Ну, вот, сделал я... зачаровальню, как бы, действительно, тут другая нужна зачаровальня, не та, что как обычный Майнкрафт, да, раньше же было так, что вот этот мод, делаешь обычную зачаровальню, и там есть вот моды, что можно и обычную, и вот тут менять на другую, ну, как-то нужно как бы другую сделать, для этого мода нужно сделать другую зачаровальню, и вот сделал я уже себе кирку на Фортуну 3, в принципе, нормально. Сходил я еще в шахту, там парочку ресурсов добыл еще. Ну, немного, но нормально. Сейчас, ребята, мы, наверное, все-таки продолжим прокачивать наших покемонов сейчас. Идем мы сюда. Давайте выложим в компьютер тех покемонов, которые уже у нас прокачаны. Давайте вот этого выложим. Как он там называется? Серпериор и Блазикена. Так как они уже в принципе... И прокачанные, да, и уже дальше качаются, уже даже слишком прокачанные, так как, в принципе, действительно, там уже больше, вот этот Блазикен, там уже 47 уровень. Так, возьмем Geodude, Shiny Geodude. Ну, Райкваза. Вот она, Райкваза. Ну, пока что поставим ее еще вот сюда, не будем мы ее пока что брать, у нас же есть Мьюту, это же Мьюту. Сейчас, ребята, я все-таки, наверное, постараюсь ловить Мадкипа. Будем мы на него охотиться. Да. И так, ребята, что нам сейчас нужно? Так, это, наверное, все пока что поскладываем вот так. Мне нужно еще, наверное, сделать один топор и одну кирку, так как вот это уже ломается. А алмазной киркой я не буду что-то делать. Так, сейчас, давайте, сколько нам там нужно? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. А где мой еще один XP Share? На покемоне, что ли, одет каком-то? Да нет. А где мой XP Share? А фиг его знает, где он, если честно. Наверное, выпал тогда, когда я пару раз умирал. И я его не заметил и не поднял. Ладно. Так, идем мы, в принципе... Да, сделаем себе еще одну кирку и еще одну... Еще один топор, так как эти уже почти что сломались. Вот так и вот так. Отлично.
Так, идем мы дальше, ребята. Пойдем мы. Мне нужно еще куча кирпича, ну куча не куча, вот заполнить вот эти стены еще вот тут. Ну, в принципе, достаточно, и так достаточно его нужно. Тогда сразу же пойдем. Пойдем, ребята. Я уже немножко пооткрывал так карту. Уже более-менее большая такая. Пойдем мы куда-то возле воды. Давайте пойдем мы. Фиг его знает куда. Вот куда-то вот сюда, например. Ну. Так, отлично. Вот уже у нас тут уголь есть. О, какой нафиг уголь? Глина. Так, добудем мы все вот это. Спасибо, лаги, да. Капут, офигенно. Так, ну давай. Уже два стака. Ну, казалось бы, что нереально много, да, вот этого всего. Уже почти что два стака глины, но это хрен хватит, так как у меня, в принципе, было там огромное количество глины. Не знаю, сколько стаков, но действительно очень большое количество глины у меня было. И фиг оно на что-то хватило. Вот, так намного быстрее. Отлично. Отлично. Так. Так, ребятки, сейчас есть... О, еще вот там есть глина. Так, давайте еще вот это добудем. Действительно, большое количество глины мне нужно. Ух, ну давай, выбирайся уже. Уже там, наверное... О, еще куча глины. Сколько у нас уже стаков? Ни хрена себе, уже почти 4 стака. Ребята, я, наверное, так же сделаю, как я говорил. Сделаю обмен одного железа на одну... На одно золото, так как... В принципе, нужно делать Rare Candy, а... Сейчас же... Новая версия, как бы, да, и в этой версии уже не с самородков делается, а с золотых слитков. Ну, в принципе, я уже говорил. Поэтому сделаем, чтобы был хоть какой-то баланс. У нас есть куча железа, которое мы просто-напросто некуда уже использовать. Да, иногда вот так сделать некоторые там кирки или еще что-то. Но это иногда, ну, не всегда нужно, вот когда так выходишь за ресурсами, да. А вот когда идешь в шахту и добываешь там плюс к тому еще пару стаков железа, и оно тебе как бы уже не очень нужно так. Уже даже не знаешь, куда его вложить и что с него делать. Поэтому сделаем одно железо там на один золотой слиток. Это у нас как раз отлично получится. Например, там 40 железа, да, 40 золотых слитков. Если так считать, то уже просто-напросто... Получится где-то, фиг его знает, 4 золотых яблока, то есть 4 Rare Candy. И это даже еще мало, я так думаю. Охренеть, как мало, ребята. То есть тебе нужен стак железа, чтобы сделать себе 5-6 Rare Candy. 6. И поэтому действительно будет баланс, так как у меня уже там пару стаков железа, и это получится максимум там 15 Rare Candy, то есть 15 уровней. А если так иногда даже идти в шахту, то будешь добывать все железо, так как будешь знать, что... Что все-таки ты сможешь его обменять на... Ну, как бы ты сможешь с него сделать Rare Candy, да? Ну, если так думать, обменять его на золотые слитки и сделать с него Rare Candy, да. Так, ребята, в принципе, в этой серии мы просто-напросто вот так подобываем себе немножко угля. Какого угля? Нафиг? Глину? Чё я всегда уголь говорю? Угля у меня там дофигища, не знаю сколько стаков, но большое количество действительно у меня там угля. Так, залагало, офигенно. Ох, опять что-то начало так глючить, что
Ну давайте еще вот тут добудем и хватит. Так, поднимаем. Отлично, еще вот тут у нас. Вот тут. Сейчас, еще у нас вот тут немножко. Отлично. Ух ты. И вот тут. Отлично, ребята, давайте выбираться. Сейчас давайте, может, кто-то да тут и заспавнится. Какой-то огромный уровень. Наверное, все-таки мы пойдем в горы, так как там... Ух ты, сколько у нас уже глины. Я даже не знаю, хватит ли это. Посмотрим. Так. Где наш дом? Капут. Вот он. Фиг найдешь. Так, отлично. Идем мы поставим это на переплавку. Тут у нас покемоны. Так, тертуга у нас. О, там покемон босс. Давайте пока что вот это поставим на переплавку, если оно, конечно, успеем для добежать до вот этого. Если он, конечно, не в земле. Что возможно. Даже невозможно, оно так и есть. А в землю я не хочу рыться за диодудами, еще за кем-то. Поэтому, ребятки, давайте мы пойдем сюда куда-то на гору. О, понеслась. Райквазы. Кучами. Ну, тут главное нет равнины, поэтому они хотя бы тут спавниться не будут. Ну, тут у нас деревня, которую я уже нашел. Дратини, ребята, дратини. Сейчас с него может выпадет алмазики. Да, выпали алмазы. С дратини выпадают. Ну, две штуки минимум. Три, ух ты, три штуки. А если одна дратини, то может еще одна быть. Нет, больше нету, но нормально. Матип. Отлично. Три алмаза с одной дратини. В принципе, могли бы мы ее словить, и потом Драгонэйр и Драгонайт, но... Не знаю, почему-то мне пока что еще не хочется ее ловить, не знаю. Так, это что вообще за покемон? Клинк? Офигеть. Кланк. Так, иди сюда. Отлично, большой уровень, можно прокачаться. Так, отлично, наша тетуга уже эволюционирует. Ну давай. Каракоста. Так, сейчас, секундочку. Так. Ребята, Джиглипаф, не буду я тебя ловить, не хочу. Так, тренер, ты какой у нас уровень? Двадцать первый. Ну, давайте, может, вот так. И вот так, так как... Тертуга у нас уже эволюционировала, да? И сейчас нужно прокачать нашего Шайни Джиодуда в Гравелера. А потом, наверное, я себе просто-напросто заспавню голема, так как нужно эволюционировать с помощью трейд-машины, да? Это нужно еще кого-то. Ну, чтобы... 19 уровень уже, офигеть. Это что за покемон? Ладно. Это как бы еще нужно, да, чтобы эволюционировать с помощью трейд-машины. Поэтому я просто-напросто заспавню себе
покемона и просто словлю его. Голема, то есть. Так, это что за покемон? Винаут. Ладно. О, покемон босс, бежим мы туда, не телепортируемся, так как тут высота 80. Ладно, чтобы опять в стену куда-то не застрять, ладно. Так, сюда, 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 где у нас вообще вот тот покемон? Сколько тут всяких разных покемонов? Ну, пока что я еще ловить их всех не буду, не хочу. Так. Пропал! Да, да я только видел, что он вот сюда забежал за дерево. Твою мать. Ладно. О, вот этот покемон. Отличный. И у него большой уровень. Как он называется? Бишар. Офигенный покемон. Мне действительно что-то так нравится. И много уровней. Да, 4 уровня. О, еще один. И там еще один покемон босс. Так, ладно. О, Geodude эволюционирует. Наш Shiny Geodude. Давай, давай, давай. Отлично, Гравеллер. И сейчас, ребята, давайте мы куда-то полетим вот сюда. Болдор. Ладно, вот тот покемон босс уже на в земле, или он, да, он вообще уже пропал. Тогда, ребята, давайте идем мы домой. Сейчас, где наш дом тут? А, такая карта, что уже как бы большая, да. Ну что, Райкваза, давайте, понеслась. 100 штук. В принципе, все, ребята, давайте на этом закончим. Я сейчас, в принципе, еще не знаю, каких покемонов я буду ловить. Наверное, сейчас какого-то водяного. Ну да, у нас есть Каракоста, но хочу или Маткипа, или Сквиртла, или, например, еще можно кого-то другого словить. Посмотрим, ребята. В принципе, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр.